Часто ездите на такси? Да, очень часто. Все деньги на него уходят. Комфортно. Намного комфортнее, чем на автобусе. А были какие-нибудь казусы с таксистами? Ну да, было такое, что таксист повез нас по встречной полосе, то есть там одностороннее движение, и нам навстречу идет скорая. Ну, было страшно немножко, и боялись оказаться в этой скорой оба. Разговорчивые, неразговорчивые таксисты попадаются, и каких предпочитаете? Предпочитаю молчаливых. Как можно больше. Либо забавных дедов, деды классные. Люди бывают разные, какие-то разговорчивые, кто-то молчаливый, но мне кажется, когда человек спокоен, особо не разговорчив, больше как-то комфортнее себя чувствуешь в такси, нежели когда чрезмерно вот очень активный. Мутюки по телефону о том, как он там ругается со своей женой, но это, наверное, последнее, что я бы хотела слышать, и в поездке на комфорте. Вот так в целом нормально. Как вам их музыкальный вкус? Четко. Давайте поподробнее. Ну, мне нравится вообще абсолютно любая музыка у таксистов, вплоть до шансона. То есть вы с таксистами на одной волне? Да. Четкие мужики и пацаны. Что бы вы пожелали таксистам? Терпение, спокойствие и какого-то внутреннего умиротворения. Больше терпения, крепких нервов, и чтобы меньше уставали, чтобы клиенты попадались хорошие. И не злились на клиентов, которые в каком-нибудь алкогольном состоянии к ним садятся, если не буйные.